сканер сканирует все 7 тонких твоих тел, находит все. Чисто. Молодец. Меняемся местами. И я даю команду на 4. Сканер начинает сканировать пространство над моей головой, под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких моих тел, находит все. Теперь есть канал, и в нем червяк. Червяк раздора. Это твой червяк. Это информация, которая в тебе. Вот эти полосочки, я их вижу. Черные, тонкие. Червяк в клетке сейчас? Да. И я выстраиваю канал к ответственному от этого червяка. 1, 2, 3. И притягиваю всех ответственных в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Он твой. Я такого не видел еще никогда. Ну, он в форме червяка. Он информационный червяк. Ну, мне когда вот эта вот информация шла сейчас, у меня информационные каналы засорены. Вот это, наверное, оно и есть, да? Они засорены ложью со всех сторон, которую ты принимаешь, скажем так, в которой ты не сомневаешься. И не принимаешь, не анализируешь. И вот эти полосочки, они в тебе остались. Вот то, что ты принимаешь, скажем так, за правду, хорошо, оно как полоски внутри тебя. Все понятно. И на счет 3 я включаю себе внутренний белый свет. 1, 2, 3. И начинаю из себя выдавливать все негативное и патогенное, любые информационные отрывки. Прочищаются информационные каналы, все начинает выходить из меня, эти все нити начинают формироваться передо мной в шар. Выдавливаю все, все остатки негативных энергий, связанные с информационными каналами, и без них вся информация раздора, страха, весь негатив, который присутствует, все это выходит из каждого моего тонкого тела. Идет информация, говори. Да. И этот шар начинает крутиться и останавливается автоматически, когда все войдет в этот шар. Да. Она вытягивается сейчас. Шар, идет информация о тебе, что ты забился и забыл про себя. Ты забыл про все, что тебе говорилось. Ты забыл про мелочи. Все понял. Это Архангел Ханиил. Понял. Хорошо. Да. Благодарю, учитель. Я все понял. Я действительно сделал ошибку. Благодарю вас за то, что напомнили. Он говорит, что ты не видишь общего пазла, но делаешь выводы. Займись лучше собой. Вам дали весну, чтобы видеть ее прелести и зарождение жизни. Благодарю вас за этот замечательный совет, учитель. С завтрашнего дня так и сделаю. Сегодня уже поздно. Все понял. Благодарю вас за то, что вы обратили меня внимание на эти мелочи. Которые... Это тебе пригодится больше. Иначе я не находился бы там. Засорять свою душу. Да, мне идет это засорение информационных каналов. И я вспоминал вчера вас, когда вы об этом мне первый раз сказали. А сейчас я их забил. Все, отторгаю это. Я бы хотел напомнить, каждый находится там, где он должен находиться. Вся твоя жизнь была зачем-то и для чего-то. Каждый момент был зачем-то. Поэтому ты должен анализировать и балансировать, а не забивать себя тем, что тебе непонятно, и делать поспешные выводы. Все понял. Благодарю вас, учитель. Я такой червяк вырос. Хорошо, Верочка, вышел этот шар? Да. Он большой? Он большой. И разноцвет. Ничего себе. И давай, он к червяку летит туда. 1, 2, 3. И, значит, 3 открывается под этим червяком и этим шаром портал галактическое ядро. 1, 2, 3. И все это уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатывая, растворяя. И даю импульс удара, сжигая канал. 1, 2, 3. Удар. Сжигаются все каналы. У меня сейчас пот бросило, но легче стало намного. Фух. Слово какое-то идет, смирение. Да, посмотрю его значение сегодня расширенное. Благодарю. Смирение. Обязательно правильно ты должен его понять. Я понимаю, это не значит бездействие, это означает совсем другие вещи, которые мне надо понять. Да, это не значит подчинение. Да, да. Все остальное, оно, понимаешь, не договаривается. То есть идет информация, что на уровне своего сознания многого тебе не договаривается, потому что ты, ну, это твоя работа проанализировать и сделать правильный вывод. Если вывод будет неправильный, будет опять то же самое, червяк и все такое. Все понятно. Благодарю. Хорошо, Верочка, все ушло, да? Да. Ну все, значит, мы тогда закончили свою чистку. Тебе сейчас, ну, да, как свет появился. Свет, ну как вот сказать, светлый ты стал, до этого ты был забитый. Светлый не от слова, ну ты светишься тоже таким приятным светом. Ну как, чище ты стал, твоей тонкой копии легче. Смотри, Вера, получается, свет отошел от меня, когда тьма пришла. Благодарю. Какая тьма? Тьма в моих мыслях. Да, и она не была тьмой, она была перевозбуждением энергии вот этих тел. Потому она разноцветная от тебя шла, и шла она со всего тела, вот, как нити шли от тебя, наматывались. То есть оно на физику тебе отражалось тоже. Потому что чувствительно стало намного сильнее, и поэтому я сразу почувствовал этот дискомфорт и не мог понять, почему. Я не мог на земле. И слово идет ложь, ложь, ложь. Со всех сторон ложь. Да, это страшная вещь. Я аллергична на это слово. Поэтому мне надо избегать таких вообще ситуаций. Я терпеть не могу ложь. Но получается так, если я ее получаю, значит, я не могу ее точно определить, ложь это или нет, и принимаю за правду. Поэтому и все весь дискомфорт. Отхожу. Ты принимаешь за правду то, что тебе нравится принимать за правду. Правда у всех своя, а истина одна. Придет момент, и она откроется. Сейчас пока боль. Со всех сторон ложь. Когда уже знаешь о своей ошибке, уже можно что-то делать. Знаешь, куда идти. Это не ошибка. Это реакция человека. Никто не знает, как реагировать на такие ситуации. Поэтому было сказано, что это урок для каждого. И каждый сделает свое решение, вы говорили. Я хотел напомнить, что злость и гнев, ненависть ничем не отличает вас от того, кто несет и сеет этот злость и ненависть. Да, мы ему уподобляемся. Именно поэтому это урок для каждого. Услышьте меня. Каждый должен заглянуть в свою глубину. Благодарю вас, Архангел Ханиил. Каждый покажет себя. То, что вы излучаете, то вернется. Он показывает, оно как поднимается и потом падает тоже. То, откуда идет злость и гнев, упадет назад. На их голову идет слово. Смотрите, что вы сеете, то вы и пожнете. Благодарю вас. Гнев, ненависть, пустота. Мы недавно имели опыт. Нам рассказывал демон, как эта цепочка начинается со страха, потом идет в гнев, ненависть перерастает, и из ненависти приходит пустота, которая обязательно вот будет... Что вы посеете, да, на пустом месте, то и вырастет. Это может быть понимание, принятие, любовь, гнев. Выбор за вами. Благодарю вас. Продолжай работать. Благодарю, Архангел Ханиил. Хорошо, Верочка. Мы закончили свою чистку и начинаем тогда работать. А вот это золотая, да, золотой цвет, помнишь, эти крыло спускается? Да. Он стоял отстраненно, как дорога. Он ушел. Понимаешь, это связь была? Я сейчас не понял, какой свет стоял. Когда мне шли энергии, я тебе говорила, золотой идет. Да, тебе шел золотой. Я тебе говорила, когда заполнялась энергиями, что идет золотой цвет. Я говорю, что эта полоса, она ушла. Видимо, эта связь была с Архангелом Ханиилом. Золотая дорога. И куда она ушла? Она исчезла. Это когда он приходил, ты имела в виду, Вера, или как? Он не приходил. А, когда он говорил? Да, то есть он передавал вот этим путем вот этой золотой дорожки, он передавал информацию. А, все понял сейчас, все понял, я теперь понял. У меня сейчас такое тепло идет по всему телу. Прямо, знаешь, вот эти вибрации, ну, до такой степени комфортные. Не у тебя были, ты их забыл. Ты сам наполнился тем, чем хотел. Все, надо зафиксировать это состояние и никогда от него больше не отходить. Все остальное неправильно. Резкостью и злобой. Резкостью и злобой. Он показывает опять на тебе вот эти черные полосочки, они как ножом прорезанные. Вот это вот резкость есть тебе, но они черные. Это то, что ты создал внутри себя. Все понял. Это значит... не ранение. Это то, что ты принимаешь с болью. Но правда ли это? Вот в чем вопрос. Вы знаете, Архангел Ханиил, я лучше вернусь к вашей молитве, и это будет единственный правильный путь, потому что все, что вы сейчас говорите, мне нечего вам ответить. В этом плане я увидел свои ошибки и понял. Он показывает разницу, то есть молитва и вот то, что она наполняет, это весна, цветы, запахи. Да, выйти на улицу, наконец. То есть это то, что поможет тебе. То есть, если ты наполнишься этим, ты будешь это излучать, и это больше поможет, чем то, что в тебе было перед этим. Благодарю вас.